Ну а в Мюнхене тем временем открылся традиционный Октоберфест. Меры безопасности беспрецедентные. Стражи порядка установили камеры наблюдения и запретили проход с большими сумками. Также вокруг всего места проведения праздника есть ограда. При этом достоверной информации о какой-либо угрозе нет. Однако власти уверены, их задача – защитить людей от малейшей опасности. Самим же любителям пива ни ограды, ни дождь, ни даже риски, похоже, не помеха. Я здесь, чтобы увидеть мой первый в жизни Октоберфест. Я очень воодушевлен. Дождь меня не расстроил, я готов отлично провести время. Правда, энтузиазм у гостей Германии может поубавиться. Причина – цены на немецкое пиво. Они во время фестиваля резко подпрыгивают. 1 литр обойдется примерно в 10 евро. Но такие суммы не случайны. Пиво-то особенное, октоберфестское. Его выдерживают дольше, чем простое светлое. Также оно имеет крепость до 6% и ярко выраженный вкус солода. Попробовать такой напиток можно исключительно во время мероприятия. Октоберфест – одно из самых наибольших народных гуляний в мире. Его посещают ежегодно порядка 6 миллионов человек. Все они приезжают в Мюнхен из самых разных стран. Проходит фестиваль с середины сентября и до начала октября. Место – центр города, на лугу Терезы, рядом с главным вокзалом. Билеты на Октоберфест раскупают практически моментально. Фестиваль славится разнообразными аттракционами и большим числом пивных палаток. Проведением столь популярного мероприятия занимается администрация города Мюнхена. Ну а поддерживает национальную традицию и сама канцлер Германии Ангела Меркель не уступает в любви к пиву своим соотечественникам и нет-нет да поднимет кружку слабоалкогольного напитка.